Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня прекрасная погода для прогулок. Температура примерно плюс 10 градусов. Ясно, можно наблюдать красивые закаты. Приятный розовый оттенок на небе. Закат, конечно, сегодня великолепный. Вот местный рэпер какой-то, без гитары. Как начинает теплеть, так и людей становится больше. Все уже начинают гулять. И вот можем наблюдать красивый закат солнца. Примерное время сейчас 17:45, там 47. Я люблю Хабаровский край. Вот что появилось у нас на набережной на днях. Недавно мне писали, что береговая полоса в этом месте очень узкая, но вот можете обратить внимание, что Амур упал сантиметров так на 50. Ну и берег стал значительно шире теперь. А вот золотая осень уже прошла, листвы практически нигде нет. Теперь перед нами суровый ноябрь. Его морозами, снегом, льдом, который будет от растаявшего снега. Ну, вот только на этих кустах еще что-то есть. Сильного течения рядом с утесом нет. Оно спокойное. Не то, что во время паводка. Постепенно нижнюю набережную освобождает от старого покрытия. Ну, не спеша. Сейчас посмотрим, в той стороне убрали или нет. Пока только покрытие и основание разобрали. Ну, вот видно, сколько грязи принес наш Амур. Даже вот на этих ступеньках, где лавочки раньше были. А вдалеке можно наблюдать пожары. Видно плохо, но все равно. Вот там очаг есть. На противоположном берегу. Кому-то очень сильно не хватает костра, поэтому решил поджечь небольшую дощечку. Вот закрашенная надпись и наш красивый закат. А сейчас посмотрим, как у нас продвигается строительная работа на набережной. С той стороны видно, что никак.
теперь посмотрим с этой точки, что происходит. Как говорится, поле не паханое. Работ еще очень-очень много. Как и ожидал, ничего интересного не увидим. Стройка идет очень вяло. Завтра, если будет время, покажу закат на утесе. Спасибо, то, что смотрели. Всем пока.